Щелкнуло. Я заправлялся на $35 89 центов. Всех приветствую. Я работаю на перевозках, на грузоперевозках, но не на большом, не на большой фуре, а на фургоне. В Америке называется типа вэн. А сейчас еду в Мичиган забирать доставку. Там какая-то маленькая коробочка. Поеду в Айдахо через Небраску, Вайоминг. Сейчас конец октября, начало ноября. В общем, погодка такая уже хмурится. Ночью около нуля. Ветер, дождь. Короче, приехал в Мичиган. Забрал одну посылку небольшую из Мичигана, в Айдахо. И мне нужно забрать еще два палета вот отсюда на Юту, в Солт-Лейк-Сити. Покажу первую посылку. Первая посылка, она находится у меня уже в машине. Она небольшая, это просто посылочка. Вот, в какую-то лабораторию. Мне ее нужно довезти. Сегодня пятница. Ехать туда 1600 миль. Вот, доехать нужно до понедельника до утра, а сегодня пятница вечер. Сегодняшний вечер и еще два дня на дорогу, в принципе, нормально. Тачка у меня такая, это Dodge Ram ProMaster 3500. Но, по сути, если на него взглянуть, это Peugeot какой-то, или Citroen какой-то, или Fiat Ducato. С разными только значками. Здесь боковая дверь. Ну, удобств у меня здесь нету. Есть стул. Там есть сзади раскладушка. Личные мои вещи находятся в таком печальном состоянии. Тумбочка у меня пластиковая. Вот. Это такая занавеска. Есть у меня дизельная печка. Вот от дизельной печки торчит труба. А печка там. Сейчас покажу. И можно нагнетать горячий воздух с выключенным двигателем. Она такая, автономка. Кстати, ее надо заправить. У меня дизеля нету. Вот задний кузов. Сюда вмещается два палета. Стандартных, американских или европейских. Там печка. Ну, пока показывать не буду. Сама. Это моя раскладушечка. Это у меня мусор. Это ремни, которыми креплю грузы. Это две канистры. Набирать бензин. Когда, например, еду в Калифорнию, там бензин в два раза дороже, чем по стране. Набираю, хоть что-то немножко сэкономить. Это у меня я полы дезинфицирую. Короче, я загрузилась. Что, два палета вот таких вот. Два палета. В чем фишка? Они очень высокие, под самый потолок. Я такие даже не возил никогда. И я накинул один ремень, потому что я ленивый. Пиздец. И мне кажется, что вот эта верхушка, если резко тормознуть, сюда пизданется, если порвется эта пленка. Падло мне второй ремень, короче, накидывать. Посмотрим, что там. Если я почувствую, что пиздец, она там вот так вот, я обратно, я остановлюсь, накину. А если будет нормально, то нормально. Короче, и у меня есть два вейбила. Вейбил — это бумажка, которая прилагается, ну, к коробочке, например, и к тем двум палетам. Это два разных груза.
Два разных вейбила. Ну, здесь три, потому что к одному грузу две бумажки идет, а к другому одна. Вот. Их главное не потерять за два дня, короче. И главное, чтобы этот палет не уебался там сзади. Вот. Больше задач как бы нету. Ну, еще задача что-нибудь интересное, прикольное по дороге увидеть. А вот стемнело уже, время 11 вечера. И я уже думаю о том, чтобы остановиться на ночевку, потому что начинает как-то выключать, вырубать. И музыка уже не помогает. И что-то там посмотреть уже не помогает. Я сплю на раскладушке. Ну, вокруг что? Вокруг ничего. Все то же самое. Вот отсюда идет горячий воздух. Машина не заведена, машина выключена. И из-за этого спится очень хорошо. Там висит пульт управления всей этой печкой. Показывает 25 градусов. Ну и хорошо. Время 8 утра. Подскочил я, на улицу выходить вообще не хочу. Надо бы пойти умыться, но я, блядь, не хочу. Там 0 градусов. И уже такая погодка. Ну, погодка, конечно, супер. Пупер. Очень классная. Что-то выходить не хочется. Я думаю, я сейчас проеду чуть-чуть, часик, и где-нибудь остановлюсь, и там позавтракаю и умоюсь на тракстапе. Такие встречаются персонажи на дороге в виде военных хаммеров на абсолютно гражданской фуре. Меня этот вопрос очень интересовал, что происходит, что за военная техника на гражданских траках. Похоже на то, есть такой сайт, что списанная военная техника продается с аукциона. И вот, видимо, их покупают. Отправляюсь, сзади меня тракстап. Там есть душ, там есть все, что можно купить, поесть. Даже одежда есть, все прибамбасы для машины, для починки. За этим зданием стоят большие грузовики, а здесь спереди стоят маленькие. Я свернул с трассы, потому что я увидел табличку о том, что здесь Iowa Lake Park находится. Ой, что-то нету никакого озера, и как мне кажется, к этому озеру. Хотя вон какая-то табличка. Доехал. Вот, и это въезд. Прикольно. А вот это название Lake Iowa Recreation Area. Campground. Вон там столики. Можно пикничок проводить. Регистрация. Там, видимо, туалеты. Круто, круто. Здесь, походу, можно ночевать. Блять. Ну, вот пример американского кемпинга. Просто места для машины, которые можно купить на какое-то время. А можно приехать просто на один день отдохнуть абсолютно бесплатно. Ну, видимо, я проехал. Я всегда приезжаю так, типа, о, блядь, а что это вы здесь делаете? А потом, если уже доебутся, я плачу. Ну вот, ребятульки, я все еду. Целый день еду. И что-то как-то мало проехал. 14 часов мне осталось пути. 7 часов за сегодня. Ну, в принципе, неплохо. Я проехал, только обедал, еще не ужинал. Что по дороге? По дороге вот эти вентиляторы стоят, поля, все. Вот заехал в городок маленький подзаправиться. Такие городишка.
Милая-милая эта центральная улица в городе. Я бы сказал бы, что, ну, очень красивый закат. Просто грандиозный закатик. Супер. Бомба. Не передать словами. Я тащусь от таких моментов работы. Я добрался до тракстапа, где я буду ночевать. И хотел показать душ. Душ выглядит вот так вот. Кабинка вполне приличная. Есть мыло. Есть горячая вода. Есть унитаз. И вешалка. Доброе утро. Я сегодня проснулся. Бляха-муха, в Небраске. Ехать мне еще 11 часов. На улице минус 2. Спалось отлично. По настроению все нормально. Стою на тракстапе. Купил кофейка. Хоть его и не часто пью. Взял себе бутерброд. Сейчас все это захаваю и поеду. Еду по Небраске. Небраска — это та же Айова, только еще менее аграрная. И у меня осталось 6 часов. По бабкам. Я не сказал за бабки. Короче, я высчитал. И оказывается, что я заработал 2500 ровно за эту неделю. Не особо напрягся. И, ну, конечно, я бензин сам оплачиваю. И все вообще расклады я расскажу завтра, как работать и что вообще происходит в этой работе по бабкам, как исчисляется, сколько платят. Ну вот, где-то я 2500 мои, 400 из них где-то я на бензин потрачу. Но 200 за неделю заработать тоже приятно. Я не особо перенапрягся в эту неделю. Так что настроение повышается. Сегодня понедельник, и я уже все разгрузил, все отгрузил, все нормуль, все чики-путь, все чики-пики. За исключением того, что с утра был дурдом, то есть он заключался в том, что диспетчер начал паниковать, что я опаздываю на вторую разгрузку. То есть первую я разгружу, а до второй у меня 4 часа ехать. А там на самом деле 3. Я ему пытался что-то объяснить. Такой: нет, все, я звоню. О, я пишу брокеру, что ты пробил колесо. Я говорю: хорошо. Я говорю: что там брокер? Будет мне звонить? Он говорит: нет, обычно брокеры не звонят. И, блядь, еду, звонит кто-то. Я думаю: вот пиздец, ну надо брать. Взял брокер, сука. Короче, типа, что, да как? Я говорю: да вот, пробил возле Rock Springs колесо. Ну, мы с диспетчером договорились, как пробил и где. Я говорю: ну, вот так, сейчас стою, жду, в 7 утра открывается эта контора, а сам еду по трассе. И он такой: ну, типа, хорошо, типа, ну, вышли мне фотки, пожалуйста, где ты стоишь? И типа, что это за контора? Я давай звонить диспетчеру. Типа, говорю: фотки просит. Он говорит: у меня есть. У тебя какая машина цвета? Я говорю: серая. Выслал мне фотки серой машины, которая стоит на шиномонтажке со снятым колесом.
Вот, и, короче, ну, все нормально, я разрулил, слава богу, ну, такой немножко английского есть. И все это неправда, что на перевозках можно работать без английского. Разные ситуации бывают, нельзя вообще нигде, ни на какой. Даже если ты живешь на Брайтон-Бич, все равно нужен английский. Это, бля, такое глубокое заблуждение, что я, да мне похуй, да я, блядь, шофер, да я 20 лет в Америке, мне похуй на английский. Нельзя так, блядь. Это вообще, это позоришь себя, позоришь свою компанию. Это очень большой позор, не знать английского в Америке. Вот. Ну все, я еду отдыхать. Выпуск первый заканчивается. Peace.